Доброе утро, моя любимая страна. Всем с добрым, прекрасным, хорошим утром. Подсказка для вас сегодня будет маленький лайфхак. Лайфхак, как не платить за ветеринарные услуги, за те или иные. Подсказка для вас сегодня от меня лично. Первое. Если вы хотите, предположим, сделать операцию по стерилизации кошки либо собаки, что для этого нужно сделать? Записывайте. Номер один. Первое, нужно поступить в институт. Как правило, обучение довольно-таки недолгое, 5 лет всего лишь. Очень быстро вы освоите азы. Второе. После того, как вы прошли обучение 5 лет в институте, сразу же всей силой ныряйте в океан работы или море работы. Работаете, учитесь и, самое главное, обучайтесь данной процедуре, как стерилизовать кошку или собаку. И четвертое. Когда вы уже научитесь и сможете довести до автоматизма данную процедуру, как правило, эта операция в среднем занимает от 5 до 20 минут, у кого как. Вот в этот момент вы можете не платить за данную услугу. Почему? Потому что вы ее можете сделать сами своими руками. Поэтому пользуйтесь и знайте о данной подсказке.